Привет, друзья, с вами Лада, и сегодня в видео сделаем кое-что необычное, а именно сделаем кольцо из газет. Да, настоящее кольцо из настоящих газет. И если вам это интересно, то продолжайте смотреть и не забывайте подписываться на канал, впереди много всего интересного. И заглядывайте в описание, там я оставила полный список материалов для создания колечка из газет, а также разные ссылки на интересные мастер-классы. И теперь приступаем к процессу. Беру газету и режу ее на полоски одинаковой ширины. Ширина полоски зависит от ширины вашего колечка, которое вы хотите. Хотите тонкое кольцо, режьте полоски тонко. Теперь беру ПВА, измеряю размеры кольца, вот таким образом, как на видео, склеиваю и начинаю накручивать эту полосочку по кругу, промазывая все клеем ПВА. Здесь главное, чтобы не было пузырьков внутри, поэтому я накручиваю полоску с легкой натяжкой. Вот такая заготовка у нас получилась. Еще раз промазываю все ПВА и края тоже. И даю полностью высохнуть. Для того, чтобы колечко при высыхании не потеряло свою форму, я беру что-нибудь такое, на что можно надеть эту заготовку очень-очень плотно. Здесь главное, чтобы именно она плотно села. И оставляю сохнуть денька на 3. Я взяла колпачок от бальзама для губ, можно взять колпачок от лака для ногтей, ну или что-нибудь такое, на что колечко оденется очень-очень плотно. Когда все высохло, я беру абразивные губки разной шершавости. Я их покупала в строительном магазине, если у вас таких губок нет, можно для этой цели взять пилку для ногтей. Там разная абразивность имеется, у меня есть одна, как раз-таки для этих целей. Еще можно наждачную бумагу взять и начинаю заготовку как бы полировать, выравнивая и зачищая разные неровности. И снова промазываю все ПВА. Как только заготовка высохла, крашу ее белой акриловой краской, можно даже в 2 слоя, и даю полностью высохнуть. Снова крашу колечко, но уже в голубой цвет. Здесь также использую акриловую краску, она очень хорошо подходит для этих целей, и даю полностью высохнуть. И теперь у нас идет последний слой краски, это черный цвет. Полностью крашу колечко в черный и также даю очень хорошо просохнуть. Теперь беру пилку и не очень сильно шершавой стороной местами снимаю черную краску. Начинает выглядывать голубая, очень получается интересный эффект. Теперь осталось дело за малым. Самое главное, нужно, чтобы наше колечко было прочным и долго прослужило. Надо его пролакировать. Использую для этих целей лак Tex для саун, покупала его в строительном магазине. Можно взять и обычный акриловый лак, главное, чтобы был на водной основе. Очень тщательно покрываю колечко лаком и после лакировки даю полностью высохнуть.
И снова делаю легкую полировку, чтобы убрать небольшие неровности, и затем опять лакирую колечко со всех сторон. Можно даже пролакировать его и в 3 слоя, будет не лишним. И вуаля, наше колечко готово, вот такое интересное получилось. Можно его покрасить и по-другому, например, что-то нарисовать, какие-то узоры, это уже на ваше усмотрение. Я сделала вот такой интересный эффект, как бы под мрамор или что-то типа этого, мне это очень нравится. Еще отмечу, здесь колечко получилось не слишком гладким, хоть я его и очень тщательно полировала. Если вы хотите его сделать гладким, то тогда нужно немного нанести шпатлевки и разровнять ее по поверхности колечка, затем хорошенько отполировать. Что-то подобное я делала в видео про основу для кулона, ссылку оставлю в описании и справа в подсказках. Хочу еще сказать пару слов о прочности самого колечка. Оно получается действительно прочным, и чтобы его сломать, нужно применить тяжелую силу. И плюс еще к этому оно совершенно не боится воды. По поводу ношения, конечно, с ним лучше обращаться аккуратно, так как лак не защищает от серьезных механических повреждений. Все, конечно, зависит от того лака, которым вы покрываете изделие. Если он на водной основе, он защищает только от слабых царапин и ударов. Ну вот такое видео у нас с вами получилось. Еще раз можно убедиться в том, что газеты — это действительно удивительный материал. Из них можно не только плести, но и делать всякие интересные вещи. Я очень надеюсь, что это видео и идея вам понравились. Обязательно делитесь этим видео с друзьями, пусть удивятся, что можно сделать из обычной газеты. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, впереди много всего интересного. Желаю вам вдохновения, отличного настроения и увидимся с вами очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!